Активный период деторождения для нашей страны в 26 лет. Если сравнивать страны Восточной, Западной Европы, которые рядом с нами, там возраст первого деторождения еще выше. Общий коэффициент рождаемости, да, он характерен для 1960 года. 40% бесплодия в семье – это бесплодие мужское. С возрастом мы теряем свою способность продолжить свой род. Я вам много, как медик, приведу примеров, когда женщина идет на риски рождения. Почему рождаемость стала проблемой для Беларуси? Разбираем эту тему на черное-белое вместе с главным врачом Гомельского диагностического медико-генетического центра с консультацией «Брак и семья» Олегом Криволаповым. В субботу в 19:30 на «Беларусь-4».